Друзья, доброе время суток. Середина лета. В Одесской области началась уборка зимнего ячменя. От жары страдают и растения, и животные. И пока щука дремлет в тени, у карася активный жор в жару. Мы на озере Трофей, пока щука не ловится. Я подошел к Виталику узнать, как успехи по поводу мирной рыбы. Виталик, доброго дня, что там? Доброго дня. Рыбка сегодня клюет нормально. Как успехи, что там в садочке? Садочки. Это за сколько ты поймал? Где-то примерно полтора часа я здесь. Ага. А покажи какого-нибудь покрупнее карасика. Я видел, что у тебя и коробчуки там попадались. Да, я, ну, отпустил. Ага. Не беру, потому что он мелкий. Вот такой. Вот. Ясно. Было пару штук короба. Отпустили. Ловлю только на манку. Другие, ну, как бы на другой ничего не пробую и не ловлю. Могу замешать. Делаю это так. Засыпаю где-то примерно пол баночки манки. Какая манка? Ну, манка это хуторок, но лучшее качество манки это Дед Василь. Она мягче и более тягучая. Вот, набираю просто на глаз воды. Примерно, чтобы вся манка покрылась водой. И палочкой размешиваю. Чуть-чуть добавляю. И нужно чуть-чуть подождать. Вот это уже готовая манка. Наживляется она на крючок легко. Вот примерно вот таким образом. Берем крючок. Крючок маленький. Вот такой крючок. И вот так берем, наматываем. Обычная палочка с подмороженного. Вот так выглядит крючок, одетый в манку. И забрасываем. Thank you.
А, это карась с красными плавниками? Ну, карась. Слушай, а ну покажи, я таких даже вижу карасей. Слушай, тут карась с красным плавником. Всем мира, добра и удачи!